14 февраля, в преддверии дня вывода советских войск из Республики Афганистан, глава города Хасавюр Зайнуддин Акмазов встретился с членами Совета ветеранов Афганистана. Темы были самыми разнообразными, такие как активное участие членов Совета в различных городских мероприятиях, обеспечение льготами ветеранов, юридическая помощь в решении правовых вопросов, а также планирование мероприятий на текущий год. Председатель Совета ветеранов Афганистана Бекбулат Акавов поблагодарил Зайнуддина Акмазова за прием и, в свою очередь, заверил о готовности ветеранов поддержать любые начинания и проекты в городе. Разговор получился дружественным и теплым, так как градоначальник сам является участником афганских событий. Всех, которые, наших афганцев, которые в городе живут, указывают, какие проблемы. Именно вот по жилищному вопросу. Когда что? Мы потом это изучаем, вызываем начальника отдела жилищного и нашего юриста. Сначала сами изучаем эти вопросы, потом собираем и обсуждаем с ребятами.